Начальник летной службы, старший летчик, испытатель первого класса, герой России Олег Олегович Кононенко. Самолет еще проходит сертификационные испытания, но все мы надеемся, что пройдет каких-то 2-3 года, и уже этот самолет начнет бороздить воздушное пространство не только нашей страны, но и каких-то других соседних государств. И каждый из нас получит такую возможность полетать на нем из пункта А в пункт Б. Ну а пока МС-21-300 впервые на авиасалоне МАКС в воздухе для вас, дорогие друзья, выполняется проход. Летчики Олег Кононенко и Василий Севастьянов приветствуют вас. Самолет МС-21-300 предназначен для перевозки до 210 пассажиров на расстояние до 6000 километров. Экономичные двигатели Pratt & Whitney большой двухконтурности с низким уровнем шума и взлетной тягой 14 тонн. Ну а серийные самолеты будут оборудованы отечественными двигателями ПТ-14 с аналогичными штационными характеристиками, спроектированные в Пермском ОДК авиадвигатель. МС-21-300 проходит перед вами. В общем-то, не предназначен, конечно, для такого вот полета. Вот обратите внимание, какой клиент сейчас закладывает. После разворота вправо переложили влево, и уже вот появляется с левой стороны на полосой. Стробоскопы там приветственно моргают всем гостям и зрителям авиасалона МАКС. Набор высоты. Далее левый крен. Обратите внимание, какой угол крена сейчас на развороте. Все под контролем, абсолютно спокойно. Программа МС-21 пока находится на стадии сертификационных испытаний по российским нормам летной годности с последующей валидацией по европейским нормам. Доворачивают, как говорится, на боевой. И вот уже над полосой строго. Очередной проход с противоположной стороны МС-21-300. На МС-21 выпустили шасси, доворачивают на посадочный курс полосы 30. Это слева от вас, если смотреть сюда, в полосе. Механизация, выпущены шасси, считанные метры, и этот лайнер нежно касается бетона полосы аэродрома имени Громова. Под ваши аплодисменты МС-21-300. Запомните этот самолет, кто знает, может быть, уже через 2 года, может быть, еще быстрее, этот самолет выйдет
на пассажирские перевозки, и каждый из нас может летать куда-либо и гордиться, что видели его в полете еще тогда без пассажиров на Максе в 19 году. Mm-hmm.